Итак, подготавливаем нашего спортсмена Сережи Лукимяна к чемпионату Европы. Он едет у нас через несколько дней в Белоруссию. И пришел его потренировать мой давний друг, мастер спорта международного класса Дмитрий Грабов. Привет всем. Да, сейчас будем, с учетом того, что Дима кикбоксер, Сережа рукопашник, будем работать по правилам рукопашного боя. Let's go.
Димову, поработай, Дима. Все, Серег, твоя задача нет. Не отступай сейчас, отвечай ему тоже. 10-15 секунд. Вот, правильно, молодец, так же. 10 секунд. Поехали, поехали, концовочка. Давай, давай.